Это видеоблог, мы собираемся на игру. Кстати, белорусский зефир самый вкусный, говорят. Вы смотрите рубрику Get Ready With Me, из которой вы узнаете о личной подготовке игроков к матчу. Мне вот этот шоколад нам выдали на кофе-брейке, такие шоколад, так как говорится. Да. Так, мы собираемся на игру. Нужно этот. У меня тоже такое есть. Самое важное, это нужно уложить брови. Да, мы укладываем брови. Брови для девушки все. Реально. Я раньше не думала, что брови должны быть расчесаны. Мне кажется, реально красивее, когда они расчесаны. Мне кажется, что... Но мне не нравится, когда, поняла, делают прям такие вот эти... Я вот думаю, что я хочу чуть-чуть выделить, так как сегодня нас вообще-то снимают на телевизор. Вот, у меня есть вот такая... Мак-штучка. Вот это, по-моему, бронзатор. Чуть-чуть. Посмотри. Бронзатор я вообще не видела. Ни разу. Ни разу? Не хочется сделать красиво. Бронзатором? Будешь. Да, просто вот так чуть проходишь, вот так вот. Да не стоит. Да чуть-чуть. Да. И зато, типа, знаешь, типа такая скулки выделяешь немного. Вот так вот. Вот. Короче, мне Камар задала вопрос, что ты же, говорит, раньше играла это, с хвостом. Да. Вот. А я не знаю, как так вышло. Мне... Когда я выходила, начинала первую четверть с хвостом, получалось, что я прям забивала, знаешь, очка 2, либо вообще ничего не забивала. И как только я меняла прическу в перерыве, вот в шишку, да, процент сразу увеличился. И почему-то мне... Это голова просто. Но я это понятие, но спортсмены достаточно, я думаю, все суеверные. И вот. И потом я такая думаю, блин, раз такой... Такое случается, ну, собственно, логично. Да, делать, продолжать. Да, делать такую шишку всегда. Мама с папой мне всегда говорят, что я красива, поэтому вот я в это верю. Вы правда красивая. Спасибо. А видали у Комара просто таблетница? Это вообще... У меня, я просто немного помладше, и моя таблетница вот такая вот. У Комара просто. Это еще не все, ребят. Вот. Я в шоке, вы понимаете? Тут, наверное, не знаю, тут сколько? 135 тысяч таблеток? Да. Ну что, мы пришли на завтрак. Ну, здесь у нас творожная запеканочка. Тут бананы, яблочки и вот так, кофе. Вот мне надо выбрать. А, слишком как-то просто, да? Ну ничего, они простые, минимальные такие, simple, beautiful. У вас есть традиционные завтраки вот перед играми? Вот просто вот какие-то такие завтраки, чтобы вы знаете, что вот после этого вы просто пушка-бомба будете на площадке. Я и так пушка-бомба. Ну, в принципе, на этом закончили. Мне всегда одно и то же. Урепы обед, сытный завтрак. Все одно и то же? Мне всегда одно и то же. А ты любишь авокадо? Да. Вот тут не дают. Да. Семгу, хумус, черно-зернистый хлебушек. Просто омлетик. Да. Перфект. Ну, а еще эти простые самашки, как бы вот яичко, сосисочки, бананчик. Все как по-простому. Ну что, давайте соберем рюкзак на игру. Из основных, естественно, что нам нужно, это кроссовки, шоколадка обязательно, чтобы перекусить, тайцы. Все, кстати, по-разному называют тайцы, подтрусники, леггинсы, накидка. Мне, да, кстати, выдали новую, вон с этикеткой, носочки. Это, кстати, одни из реально самых удобных носков, поэтому носочки. Топик я одела. И из остального лак, расческа. Духи. Это, кстати, мои вообще любимые духи. Мне делают очень много комплиментов, так что ладно, поделюсь ароматом. Персик, пэшн-фрут, муск. Тоже кладем. Жвачка. Конечно, наушники. Таблетки, чтобы немного болит горло, чтобы чуть полегче было играть. И, естественно, у меня тоже есть таблетки. Да, кстати, таблетки, наши все. Ну, правда, таблетки это важно. Это витамины. Вот для спортсмена это важно. Правильно? Важно, очень важно. Важно, очень важно, иначе потом будет тяжело. Так, в принципе, из основного перекус есть, что в чем играть есть. Перекус банан с вчерашнего дня ему немного плоховато, но ничего, он еще пойдет. Забыла самое главное, Комар. Я забыла положить. Ну-ка, передай мне защиту хорошую. Я положу. Дай.
Трешки. Побольше трешек даем. Так, Иса, передача. И вот последний. Хорошее настроение. Ну все, собственно. Вот тяжелый какой. Мы готовы? Поехали. Это видеоблог. Одна осталась. А у тебя это традиция классно петь перед игрой? Нет. Ты всегда это делаешь? Нет. Просто сегодня захотел. Хочу избавиться от этого. Привет. Привет. Соперники пошли. Разбери. Очень быстрый и первый. Так, все застегиваемся, капюшоны одеваем. У меня традиция, я завязываю хвост в зале. Это считается традицией? Да. Спасибо. Делаешь. Ой. А еще, кстати, знаешь, какая традиция, да, что каждый сидит на своем месте и не меняет, да? Да? Это да. Ксюха все время борется за место лухаря, место у двери. Я поменялась. Ливули, привет. Всем привет. Привет, привет. Алло. Привет, алло. Привет. Какие вы классные. У нас есть традиция, мы читаем аффирмации. Просто понимаете, что победы Курского «Динамо» раскрыты. Цепочку, например, я снимаю только, на... вот собрание проходит, и только мы кликнули, и только тогда вот именно цепочку, и я ее кладу там, или в ботинок. Ну, такие мелочи вот. Интересно. Сев, скажи, что ты вообще делаешь до зала, вот ты едешь, у тебя, ты что, чем занимаешься? Просто музыку и все, да? Тебя это как-то подбадривает или ты как-то отдыхаешь перед игрой, да? А живенькая, типа, ну, просто репертуар какой играет там? Не джаз? Не джаз? А что, вот какие-то американские песни? Современные, нет, очень русские. Царица, да? Саба, что ты делаешь по пути на игру? Чем обычно занимаешься? Как себя подготавливаешь? Играешь? Скажи. Подарок выиграть, подбираем. Потому что краска классная. Поешь. Я вот раньше слушала музыку, но сейчас у меня почему-то вот проще отвлекаться и не думать о каких-то таких моментах до игры, до начала игры. Я смотрю турецкие сериалы. Вот так я готовлюсь. Так готовятся девчонки. Все готовятся по-разному. Так что так. До встречи в раздевалке. Сейчас мы покажем, как у нас там стоят дела в раздевалке. Вот так у нас висит форма. Вот так вот, новенькая. Угу. Такая красивая. Дивуля такой. Ничего себе умеет. Ну не знаю, вот почему-то вот синяя, как-то вкусняшки есть у нас еще. Хочу. А ты можешь мне занести классную раздевалку? Да. У меня просто уровень, чувствуете? А где? Вот это, ну, уровень. Здравствуйте. Можно? Да, просто... Да, вот так... Меня всегда так провожают в раздевалку. Да. Девчонки, вы можете сюда раскладывать. Пожалуйста, возьмите. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Натерся ли тоже крученичок? Думаю, надо закончить. Надо, надо. Мне кажется, что кружится голова. Ясный, я не права.
Нам не хватает своего процента попадания. Да, в защите пропустили многовато, 73, но это касаемо только первой половины. 41 очко за первую половину – это слишком много. Тем более из них 16 очков Бентли. Вот. Но и сами. А с процентом 30-35, а команда шутеров, и играя в пост, очень тяжело выигрывать игры. Блин, да у нас такие классные атаки были, вообще свободные, бросали, атаковали. Просто не забили чуть-чуть, но... Мы как постарались, мы как вышли, мы такие, ну все, держись, Беларусь, сейчас мы как мы, ого-го-го, что? Ну, блин, чуть-чуть не хватило, да, где-то в каких-то моментах, где-то тут затупили, там затупили, тут не увидели, там не отдали, тут потеряли. Опять же, все решается в концовках, и мы, к сожалению, сегодня чуть-чуть в этом были слабее. Но опять же, у нас завтра есть день! Стоило ожидать высоких скоростей, ведь предыдущий матч закончился меньше, чем сутки назад. На чем же строился план на игру? В первую очередь для меня была важна командная игра. К сожалению, мы опять первые 20 минут мы эту командную игру не показали, хотя ее и выиграли. Но игра командная в четвертой четверти. Да, мы, может быть, немножко свежее были, хотя у них тоже многие, кто не играл вчера, но здесь была как раз... Именно та игра, которую мы хотели бы видеть и вчера, и сегодня, и в дальнейшем. Быстрая, комбинационная, с хорошими атаками, правильным решением на площадке, ну и защиты хорошие. Ты, кстати, сегодня вышла с огоньком и раскрепостила нашу команду, завела ее вперед. Как тебе самой ощущалось сегодняшний матч и соперничество, и что можешь сказать по игре? Во-первых, я очень сильно опешила, когда мне сказали в первой четверти выходи. Я такая, что я? Правда? Я? Ладно. И все, просто отключила, так сказать, мозги и сыграла сердцем.